В Красноярске осудили лжетеррориста-рецидивиста. Приговор за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала 33-летнему мужчине вынес Центральный районный суд. Причем уже в третий раз. Красноярец до этого дважды привлекался к уголовной ответственности за такие же преступления. В 2013 году он также получил реальный срок. Свои действия каждый раз он объясняет одинаково. Был пьян и решил позвонить в полицию. Но это никак не смягчает его вины. На этот раз суд приговорил рецидивиста к 1,5 года. Дам лишение свободы условно. Стоит отметить, что последние изменения в законодательстве значительно ужесточают ответственность за такие преступления. В данную статью была добавлена часть 2, что означает то же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий. И наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет.